построили дамбу только очень долгожданную. К сожалению, это большой был наш долгострой. Поначалу нашли подрядчики недобросовестные. Потом ждали, когда деньги придут. А сейчас все село Тугокочин полностью защищено от паводка. Вообще великое дело сделали для людей в нашем таком довольно-таки сильно удаленном селе северном. Я думаю, что во благо людей, чтобы они здесь жили, трудились достойно и счастливо. Ну, вот там он видно, как тесто и глины. С этого было без глины сделано. Запроектировали. Все бревна соберем. Это Тугокочин. Дамба строится уже 7 лет. Просто мы достраиваем. Обложили камнем землю. Там приняли полусоток, вывели все высоты. Залили от лестницы. Сделали перевел по просьбе жителей. Протяженность какая? 4 километра 600 метров.